Касым-Жомарт Токаев и Гурбангулы Бердымухамедов открыли памятник великому казахскому мыслителю Абаю в столице Туркменистана. Глава нашего государства сегодня прибыл с официальным визитом в соседнюю страну. В аэропорту Ашхабада борт номер один из Казахстана встречал экс-президент, а ныне председатель Халк Маслахаты Республики Гурбангулы Бердымухамедова. После торжественной церемонии политики провели переговоры и обсудили дальнейшее развитие отношений двух стран. Беседа на эту тему продолжилась и после обеда, но уже с действующим президентом республики. Касым-Жомарт Токаев и Сердар Бердымухамедов встретились во дворце Огузхан, где провели переговоры в узком формате. Речь шла о взаимодействии в самых разных сферах, от энергетики и логистики до культурно-гуманитарных связей. Последние сегодня укрепились еще одним значимым событием – открытием памятника великому Абаю в Ашхабаде. Абай – выдающаяся личность мирового масштаба. Его произведения стали бесценным наследием всего человечества. Во многих городах планеты в честь Абая установлены памятники. Открытие памятника Абаю в Ашхабаде – исключительно важная инициатива, направленная на дальнейшее укрепление братских отношений между нашими странами.